Кухня ЖКХ. Сегодня экспертом проекта «Кухня ЖКХ» выступает генеральный директор УК «Актив Комфорт» Маньков Максим Павлович. Здравствуйте. Добрый день. У управляющей компании «Актив Комфорт» есть соседский центр. Расскажите, пожалуйста, что это такое и работает ли он сейчас? Соседский центр управляющей компании «Актив Комфорт» у нас был открыт в сентябре 2019 года и сразу начал пользоваться у жителей большой популярностью. Вкратце, соседский центр – это такой неформальный клуб по интересам, да, и по проведению какого-то досуга среди жителей в домах, которые обслуживает управляющая компания. Все вот какие-то совместные поездки, кружки или дополнительные студии, культурно-массовые мероприятия, какие-то спортивные, любые инициативы со стороны населения как раз-таки проявляются через вот такого рода объединение, как соседский центр. Однако там у нас был коронавирус, в связи с чем для все-таки сохранения здоровья граждан наших была небольшая приостановка деятельности. Теперь же вот с соблюдением дистанции и санитарных норм мы снова приступаем к работе. Составили план на март, в который входит там утренняя зарядка и дыхательная гимнастика, обучение компьютерной грамотности, китайские вечеринки, школа ЖКХ, культ-поход в театр, школа здоровья, экскурсии, другие какие-то мастер-классы и многое другое, которое вот как раз-таки позволяет людям, нашим жильцам, проводить какой-то досуг в стенах управляющей компании в том числе. Зачем вообще это надо для управляющей компании? Это первое, конечно же, повышение уровня доверия. Когда жители непосредственно знают и своего генерального директора управляющей компании, и всех работников, что это обычные нормальные люди, да, это сближает и жителей, и работников управляющей компании. Это уже не как там заоблачные какие-то вопросы, да, и люди, которые неизвестны, решают вопрос по обслуживанию дома. Это все-таки сближает. Поэтому всех приглашаем поучаствовать, да, и открыть себя, для себя соседский центр, найти новых друзей, найти новые интересы. Очень интересно провести время. Вот, если вы активны и любите общение, милости просим к нам в управляющую компанию, в соседский центр. Я так полагаю, что в соседском центре больше аудитория – это женщины? Да, несомненно, у нас преимущественно участниками соседского центра являются женщины. Пользуясь случаем, хотела бы их поздравить с наступающим международным женским днем, пожелать здоровья, счастья, удачи, любви, любить и быть любимыми. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес: улица Розы Люксембург, 86В. Телефон 222 892. Кухня ЖКХ.